Привет! Сегодняшний видеоурок посвящен космодыханию, ритм лошадка при помощи космодыхания. Итак, здесь нужно будет использовать двойной выдох. Также этот элемент можно делать не с двойным выдохом, а с паузой. То есть мы делаем удар, не дышим, потом делаем выдох-вдох. Удар, опять-таки с задержкой дыхания, выдох-вдох. Все это при дыхании ртом. Итак, далее к этому элементу можно прибавить уже технику мелодий древних, когда мы на паузе делаем задержку дыхания и формируем в горле какие-нибудь артикуляции, например, ай. Ой. Ой. На удар делаем ай, задержка дыхания с горлом, с напряжением горла. И далее, если этот элемент уже получается, можно сделать разную артикуляцию. Ай на задержке дыхания горлом, выдох-вдох, далее ой на задержке дыхания с горлом, опять выдох-вдох. Итак, вы узнали, что такое космодыхание, что такое мелодии древних. Это такие две техники, очень мощные, интересные. Конечно же, они очень обширные и даются на моем продвинутом видеокурсе 100 уроков. Если интересно, пишите в личку, буду рад общению.